Всем привет, я Дов. Сегодня у меня такая вот Моторола с разбитым тачскрином. Сегодня мы с вами будем менять модуль. Такой вот сборный модуль с тачскрином, с дисплеем, с рамкой. Вот. Модель конца 2013 года. Называется Моторола G, Моторола Moto G XT1032. Вот я уже снял крышку. Итак, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Сложно, меняется ли дисплей. Итак, разбираем все болты, которые находятся у нас вот по периметру. Здесь множество. Я пока ставлю на паузу. И дальше продолжим. Итак, вот я раскручиваю последний болт. Снимаем заднюю панель. Так вот несложно снимается. Сняли панель. Снимаем кнопки, чтобы не потерять их. Итак, вот здесь у нас находится разъем. Давайте снимем. Давайте сначала выключим телефон. Не хочет выключаться почему-то. Наверное, нужно ввести код. Вот. Выключается. Выключаем телефон. Батарея на скотче у нас. Отклеиваем батарею аккуратно. Вот ее разъем здесь. Убираем в сторону, не отсоединяя. Снимаем шлейф дисплейного модуля. Проверим новый. Соединяем. Застегиваем. Включаем. Телефон включился. Ждем, когда загрузимся, для того, чтобы проверить тачскрин. Телефон работает на Android 4.3 версия. Qualcomm Snapdragon 400, процессор у него стоит с тактовой частотой 1200 ГГц. Мне нравится такая интересная заставка у Motorola. То есть земным, с шариком с этим. Включился телефон, загрузился. Проверяем тач. Кнопки все работают со всех сторон. Все отлично. Итак, можно менять дисплей смело. Выключаем телефон еще раз. Выключили телефон. Давайте отсоединим батарею для безопасности, чтобы ничего не замкнуло, не дай бог. Включили батарею. Включаем аккуратно разъем дисплейного модуля нового. Убираем в сторону. Итак, учитывая, что у нас здесь все в сборе, дисплей, тачскрин, рамка металлическая, нам нужно будет просто перенести материнскую плату, ну и там недостающие и разъемы шлейфа на новый дисплейный модуль. Аккуратно снимаем. Так будет удобнее, наверное.
Здесь у нас находится, что у нас находится, передняя камера. Смотрим, чтобы ничего не было пристегнуто, потому что сам первый раз разбираю данную модель. Вот. Вроде больше ничего не держит нас с дисплейным модулем, поэтому отклеиваем. Вот я уже вижу двусторонний скотч. Аккуратно отклеиваем материнскую плату. То есть видите, да, материнка всего лишь приклеена вот такой вот рамкой двойного скотча. Вот здесь вот тоже у нас. И вот здесь вот не сильно приклеена. Вот мы сняли. Что у нас остается? У нас остается на старом разбитом дисплейном модуле динамик верхний. Давайте его аккуратно снимем и перетащим. Аккуратно снимите его. Там у меня отсоединился. Без разницы, какой стороной ставить. Потому что видите, да, у нас здесь разъемы верхнего динамика двусторонние. Можно вверх, можно вниз. Вот. Что еще можно снять с него? Можно снять вот этот вот резиновый чехол микрофона во избежание эха. Переставим его на новый модуль. И еще мы можем снять вот такой вот уплотнитель передней камеры. У нас он здесь он находится. Аккуратно его снять, чтобы не повредить. Вот я его снял. Переставляем на новый модуль. Переставили. И здесь у нас еще находится вот такая вот совсем незаметная металлическая рамка. То же самое. Переставляем ее на новый модуль. Ну, вроде бы ничего не забыли. Решетка у нас стоит металлическая. Вот. Уплотнитель динамика датчика стоит. Можно ставить материнку . Введите вот эту металлическую рамку в свои пазы. Вот они у меня здесь находятся. Их застегиваю. Три паза, вот раз, два и три. Такие защелки там стоят. Ставим материнку. То же самое здесь у нас находятся защелки. Еще одна камеру. Дисплейный модуль. Обратите внимание вот на этот разъем, разъем тачскрина, который пристегивается к шлейфу дисплейного модуля. Тут у нас белая метка такая есть, чтобы он не съехал случайно во время маневров, которые мы производим с телефоном. Ставим кнопку звука. Включение. Я, судя по всему, я перепутал кнопку. А нет, все правильно поставил. Ставлю рамку. Защелкиваем вверх. Потом уже... стоп, забыл батарею. Извиняюсь. Так, это у нас находилось вот здесь, судя по всему. О, таким вот образом резиновый уплотнитель поставили. Извиняюсь, забыл, заговорился. И все. Ставим рамку. Застегиваем вверх, и дальше уже к низу пристегиваем все пазы.
все нормально. Включаем телефон. Закручиваем все саморезы верхние. Все одинаковые, тут сложно что-то перепутать, точнее невозможно. Загружается телефон. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, пишите, ставьте комментарии, ставьте лайки, кому это видео было полезным. Ну, все отлично. Итак, я докручиваю телефон. Всем удачного дня. Не забудьте крышку. Всем спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.